Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы продолжим разговор о цифровой безопасности и о настройках HTTPS для сайтов. В предыдущем скринкасте я рассказывал о том, что такое SSL-сертификат и где его можно бесплатно раздобыть. Сегодня о том, как настроить HTTPS для сайта на базе WordPress. Итак, что такое HTTPS? Это безопасный протокол передачи гипертекста, то есть того текста, который идет от сайта к пользователю и обратно. Для того, чтобы он функционировал, вам нужен сертификат SSL. На практике HTTPS — это такая зеленая надпись «Надежно» в браузере напротив имени сайта. Ее может не быть, и браузер будет советовать не доверять этому сайту. Или может быть еще промежуточный вариант — сайт защищен, но не полностью. В предыдущем скринкасте мы смогли раздобыть бесплатный SSL-сертификат на сайте Cloudflare, и наш тестовый сайт даже стал надежным. Но это скорее уловка, чем настоящая надежность. Что делает Cloudflare? Он забирает ваш сайт к себе в кэш и раздает посетителям уже по HTTPS с проверенным SSL-сертификатом от Комода. В прошлый раз в настройках SSL мы выставили параметр Flexible. При такой ситуации у нас нет SSL-сертификата, трафик от сайта до Cloudflare идет по HTTP, то есть не шифрованным, а от Cloudflare уже идет в шифрованном виде. Еще в настройках SSL можно выставить параметр Full и Full Strict. В первом случае наш сайт будет иметь простой, так называемый самоподписанный сертификат. И трафик будет идти в зашифрованном виде как посетителям, так и от нашего сайта Cloudflare. Во втором Full Strict будет то же самое, но это возможно, если у вас есть собственный авторизованный SSL-сертификат. У нас его нет, поэтому выберем в настройках параметр Full. На самом деле хоть это и самоподписанный сертификат, но Cloudflare закрепляет эту подпись за вами. Он-то вас знает, а значит по степени защищенности это ничем не отличается от авторизованного платного сертификата, но только для Cloudflare. Дальше мы генерируем сертификат. Вот он. Тут есть сам сертификат и приватный ключ. Настоятельно рекомендую сохранить и то, и другое в текстовый файл и хранить где-нибудь в защищенном виде. Лучше всего использовать для этого защищенный контейнер. О том, как это сделать, в нашем скринкасте о шифровании с помощью VeraCrypt. Дальше нам нужно установить сертификат на сервер. У всех хостинг-провайдеров есть такая функция, вам только нужно выяснить, как это делается непосредственно у вашего. Я использую Begit, у него это делается так. Домены под домены, наш домен, управление SSL. Можно приобрести, кстати, у них бесплатный, но я вам не советую. Можно купить сертификат у них или установить свой, устанавливая. В первое окно вводим сертификат, во второе — приватный ключ. Перед установкой я вам крайне рекомендую сделать резервную копию сайта. Никогда нельзя угадать, как все пройдет. Установить. Теперь возвращаемся на Cloudflare. И, во-первых, делаем редирект. Для этого идем в Page Rules, правила для страницы, и создаем новое правило. Домен. Обратите внимание, что он указан с HTTP. И, собственно, само правило. Всегда используйте HTTPS. Чтобы он применил это правило к поддоменам типа news.svelte.ru, вот здесь нужно поставить звездочку. Все, теперь отправляемся в WordPress. Во-первых, нам нужны общие настройки. И тут в адрес WordPress и в адрес сайта нужно поставить букву S. Он нас выкинет, так как адрес поменялся. Перелогинимся, и теперь нам нужно установить два плагина. Beta Search Place и WordPress Force HTTPS. WordPress Force нужно просто активировать, а в Beta Search нужно еще кое-что сделать. А именно заменить все урлы в базе данных с HTTP на HTTPS. Тут все понятно. Что поменять, на что поменять. Выбор таблиц, выбираем все. И тут отмечаем галочками два первых пункта, а третий наоборот снимаем. Запускаем, все происходит стремительно, ну и в общем все. Дальше уже нужно тестировать сайт, смотреть, не слетело ли что. Возможно, вам придется предпринимать еще какие-то действия, но тут уже все по ситуации. Благо, в Google всегда можно найти ответ на любой вопрос. После проведения этих несложных манипуляций вы становитесь счастливым обладателем сайта, признанного надежным. Поднимаетесь в поисковой выдаче, лучше спите, ведь ваш сайт в безопасности. Ловите флюиды добра от обезопасенных вами посетителей сайта. По-моему, оно того стоит. Все, любите друг друга, бросайте дождливую Москву, отправляйтесь на море. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.